США со сворой своих разнокалиберных сателлитов, обезумев в безрезультатных попытках сохранить за собой место мирового гегемона, разожгли третью мировую. Как считаешь, хватит ли их безумия, чтобы утащить всех на плаху своих имперских амбиций и довести мировое противостояние до полномасштабного применения ядерного оружия? Разразится ли всеобщая ядерная война и сможет ли кто-то выжить при таком исходе? Ну, возможность отрицать нельзя. То есть, эти уроды, они, на мой взгляд, не остановятся вообще ни перед чем. Это же они единственные на планете Земля применяли ядерное оружие против мирных японских городов. Они единственные, кто применил ядерное оружие. Смогут ли еще раз? Я в них не сомневаюсь. Смогут. Ради своих имперских амбиций. Но очень сильно не хотелось бы. В плане, кто сохранится, ну, понятно, куда удары-то наносить будут. Ну, естественно, по мегаполисам. Большие города будут стерты с лица земли. Многие не в курсе. Главное в ядерном оружии – это не радиация ужасная, а ударная волна. Ядерные заряды, направленные на города, взрывают в воздухе над городом не одну штуку. Ударная волна будет, их много будет, такой силы, что разнесут вообще все. Просто все. Кто там останется живым? Ну, останутся, безусловно, всех убить нельзя. Хиросима и Нагасаки – это для нас, так сказать, пример. Пример. Там что-то никто не вымер, обрати внимание. Люди до сих пор живут. Поэтому мегаполисы разнесут, а в маленьких городах, которых, например, в России много, останутся люди жить. Европе с ее плотностью населения будет гораздо хуже, чем нам. У нас выживших останется сильно больше. Ну, очень сильно не хотелось бы, чтобы до этого дошло. Ну, а дойдет или нет, это мы с тобой, к сожалению, еще увидим.